Мы начинаем обзор трамвайного вагона F. Трамвайный вагон фонарный. Выпускался с 1908 года. В Москве эксплуатировался до 1940-го. Зайдешь туда, потом выйдешь. Построен на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. Иди в очередь, встань, встань в очередь. Трамвай F, это значит фонарный. Сейчас я вам покажу, почему. Если не удастся туда вообще зайти. Давайте выходим. Света, а следующий поедет? Там. Здесь он как уходит. Не удается мне что-то в него зайти совсем. Вовсе фонарный, потому что у него вон те огни вверху, вместо фар. Не убегай. А то сейчас пути, извините. Трамвай восстановлен на Мытищинском заводе. Сейчас я не закрываю. Все, 19 метров максимально. Стоит 40 км в час. Конструкция кузова. Минуту дайте, пожалуйста, людям выйти. Кто выходит, выходите, пожалуйста. Я буду здесь. Сюда подойди, пожалуйста. Камень ничего не трогать, пожалуйста. Все рабочее, вам он может тронуться с места. Будьте добры, это не трогать. Можем выйти? Ребят, давайте мы выйдем, а вы зайдете, поменяемся. Вот, вот, вот. Минут 5. Вот, здесь прекрасно. Смотреть, руками не трогайте. Давайте, зайдете. Салон будто похож на... Немножко про трамвай. Удивитесь, почему он такой маленький. Раньше трамвая было больше, чем сейчас. И раньше город сам был меньше. Всего в Бире осталось два таких вагона. Это тот трамвай фонарный, в котором я сейчас сижу, и один остается в США. Восстановлен был в 80-м году в Мытищах. Опирается на две оси. Раньше двери открывались вручную. Желающих выскочить и заскочить на ходу было хоть отбавляй. Поэтому и надпись на двери «Ходить и выходить во время движения запрещено». Также присутствует трамвай прицепной Нюрнбергский, в который мы сейчас и зайдем. Данный трамвай был выпущен в 1908 году. Вот трамвай Нюрнбергский. Используется как дополнение к вагону F. В него мы уже с легкостью зайдем. Вот так вот у него открываются двери. В этих трамваях были окна, которые открываются. Те пассажиры, которые на трамвае, на таком типе трамвая, знают, что эти окна открываются, и им очень хотелось высунуться, но высовываться запрещали. Нюрнбергский так же, как и F. Нюрнбергский так же, как и F, находится так же сверху. Нюрнбергский был также установлен в Мытищах в 80-м году. Используется как дополнение к фонарному, которым я был совсем недавно. Трамвай эксплуатируется в Москве до 1900.
70-го года и потом был передан в музей. Итак, это был обзор на трамвай F и Нюрнберг. Спасибо за просмотр данного обзора. Всем спасибо и всем пока. Если узнаете новую информацию, добавляйте.